Будем делать обзор. Пришло сегодня мне такая коробочка небольшая, да? Поможешь мне, дочунь? Открывай. Открывай. Сможешь? Или нет? Нет. Давай я помогу тебе. Или сможешь? Вот умница. Ой, умница. Давай я помогу тебе. Ой, как тверденько. Ого. Да. Чувствуется. Ага. Ой, спасибо, дочь. Ой, а ты до конца ее не открыл. Тихонько. Ты Мозис? Давай я помогу тебе. Вот. Раз. Пальчики. Еще. Вот. Еще два. Какая картоночка красивая. Три. Маме на удовольствие. Четыре. Вот. Это счет. Что это? А это вот пять. Коробочка. Давай вытащим ее. Так, убирай коробочку. Картон убирай. Ой. Сможешь? Вот помощница. А это вот шесть. И это вот... Ой-ой. Семь. Я... Себе выписала сапожки. Да, так, пиши. По акции. Вот. По акции. Да? Вот такой платформе. Видно? Фокусируется. Кожа. Такой замок. Сейчас померим и посмотрим, как это выглядит. Да, дочуня? Нет. Ой, какая красота. Нет. Ой. Да, вот. Да. Красиво. Сейчас посмотрим, как на ножке будет, да, дочунька? Да. Нет, это... Но не легенькие. Легенькие. Очень легенькие, да. Вот, смотрите, какая прелесть. Это молния. Вот так вот. Кожа. Обалдеть, красотища. Вот такие вот сапожки. Тут что-то. Да. Сейчас померим, дочь. Да. Сейчас померим. Вот так они на ножке смотрятся. Хорошо очень смотрится. Вот. Вообще. Очень я ими довольна. Очень такие они легенькие. И как я хотела, именно вот на такой сплошной подошве хорошо смотрится. И удобные. Папа, это что? Это нам Ханна присылала. Пауль приехал, и нам вот такая вкуснятина. Тихо. Ой. Вы посадите. Ты это не любишь. Это мне вообще-то, это мутор так. Он будет завтра. А нет, он будет можно... послезавтра. А, вы... послезавтра. Тортик ой, можно пахнет. Да. Ты сейчас, да, сейчас. Это Ханна прислала. Аккуратно, держи теперь. Держи. Ну, у меня рука. Кажи, данкащен, данкащен. И, а это у нас зайчик приехал. Правда, запоздала. Ну, Катюха тут прыгала. Какой, какой? Ну, мы не забыли. Зайчик, как это, пешком шел. Да. Да, вот пришел. Сейчас устанавливать будет. Как я и говорила, приехал зайчик. Привез Катюшке телевизор, как должно быть. Главное, вот, чтобы все вот эти вот вещи были.
Ну, Фейсбук мы как-то не пере... можно, так сказать, и без этого. Но Пауль сказал, он даже лучше, чем наш в зале. Но за этим не, как говорится, не угонишься. Но ребенок доволен. Вот, со всеми этими функциями. Ради бога. Вот. Хальтер тоже купили. Да? Папа, всем доброе утро пожелай. Да, доброе утро. Да, вчера приехали, вчера боролись мы с этими, как говорится, гусеницами, да? Вот, мой кофе уже готов. Тебе кофе наливать? Да, сейчас где-то часть. Ага, или попозже тебе чуть-чуть. Вот. У нас в комментариях задавали вопрос, или это, какое у нас масло, сейчас вот я вам покажу. Наше масло. Вот, мы его как-то привыкли уже брать 82%, 250 грамм, и в акции я его брала за ойра 50, я считаю, это нормально. Вот, фритюза специально на горячем обдуве, который используется, как он тут открывается? Кнопочку нажать? Да, который без масла, и вот, видите, как на горячий обдув, горячий воздух, он стоит... 349.99. И вот тут вот разные. Подешевле, подороже. Всякие. Вот. Тефаль, ты думаешь? Поехали мы за цветами. Но их уже мало. Вот решаем, какие двухцветные или одни. Может, вон те розовенькие взять? Какие? А вон, посмотри, но они не такие большие. Вон Гирадаус прямо. Ну, нет, не хочу, не хочу. Я уж передумала. Сейчас я выберу. Не-не, подожди, Леш. Вот видите, какая красота. Я, как всегда, скромно за цветочками. Вот. Только вот так вот, да. 4 ампеля у меня. Спасибо, родной. Это мне... Это на команду за цветочками. Это как всегда. Каждый год. Да? Да-да. Куда? Ну, конечно. Есть, нет, куда? Всегда. А, воду баги... А, Пауль сделает. Ну, так что... Да, да, точно. Все купили, поехали. А наши люди, что в булочную на двух машинах ездит? Ребенок решил покататься на кабриолете, тепло. А мы же с цветочками, полная машина. Ну и теперь приходится с малым. Вот. И вот, подкупились чуть-чуть и водички купили. Так что? Что, Катюш, тебе зайчик понравился? Да. Да. Классненько? Угу. Это вот ее тут. Все вот уже висит, все функционирует, смотрит телевизор. Да, дочень? Очень хорошо. Так что вот так это выглядит. Да? Да. Помаши все ручки. Да, мы повесили 2 ампеля. Вот. Здесь цветочки. Здесь мои уже были цветочки. Вот, эти все у меня. Полив идет. Здесь у меня цветочки. Вот. На улице прохладно, скажи, Леш. Да. Вот, вот. Тут еще травку поливает. Угу. Вот ампеля. Вот рододендры начинают у нас. У нас поздние, да, сорта? Да, они как-то... Так, бери цветочки. В середине. Угу. Наш рыжий стоит. И вот сюда вот мы сделали, повесили тоже петуни. Вот тут вот это выглядит так. Вот сюда 2. Здесь у нас наши рыбки. Рыбки, вы где? А, вон они. Вот. Вот так вот. Здесь цветики мои. Ну и вот импеля. Ну, а тут ведем, как говорится, борьбу с ними. И убираем, и второй раз опрыскивали. Ну, посмотрим, не знаю. Выживет, не выживет. Вот она сидит, красота неземная. Она живая, Олег. Она вот эта дрянь живая. Ну, куда, Любаш, я не знаю. Да, она живая. Они угробят,
мои кусты. Она живая, я ее взяла, она живая. Наша эпопея с цветочками не закончилась. Продолжается. У нас что-то в этом году... Померзли. Или кто-то съел? Не знаю. Конечно. Или кто-то замерз. Кайна. Ну вот, не знаю. Ну, в общем, решили мы, как говорится, это... подсадить. Один кустик остался старый. Угу. Вот с прошлого года, да. Ну вот. Остаются. Угу. Я новые прижму к ним. Давай, давай. Поближе ну... немножко, чтобы ГГЦ было. Угу. Давай. Земля теплая, хорошо. Ну, вот подобрали. Это вообще-то многолетники. Они многолетние, у нас эти цветы здесь. Угу. Сколько уже лет? 3 уже? Года. Да. Ну, что интересно, в вазе хорошо сидят, а в грунте... Да, мы пробовали их и в грунт не очень. В грунте они сразу как-то... Ну, год еще стоят. Вон они маленькие, смотри, какие, я вам покажу сейчас. Маленькие остаются. И не растут. И вот взяли. Ну вот купили. Угу. Оно красиво смотрится. Она сейчас разрастется, потом шуба тут такая будет, вся вот эта... Да, вся ваза. Вся ваза будет. Сегодня Олег с Паулем мне полностью обработали ее. Да, мы ее подняли. Угу. Там внизу старую фолию. Убрали. Пленку эту выкинули, у меня резиновая мата была тоненькая. И полностью опять заложили, чтобы трава не росла. Ну, посмотрим, она через бетон у нас растет. И через эту, конечно, она уже не пролезет. Дай бог, дай бог. Я только рада. Через то у нас это... Она... Мы с ними воюем. Воюем. Через эту она уже любаш не пройдет. Ну, хорошо. Ой, красота, конечно. Я обожаю их, эти цветочки. Сейчас мы аккуратненько все сделаем. Вот красиво. Да, это же мои мужчины до меня сегодня стараются. Сегодня же в Германии день мамы. Вот Пауль мне там цветы надарил, девчонки подарков наделали. Вот. Здесь ее мне сделали, да, папочка? Ампеля купили мне. Вот. Красиво. Так, еще, наверное, я принесу тот. Да, скорее всего. Пойду, ага. Сейчас пойду принесу. О, тут я. Вот. Видите, вот он. Не идет он. Вот он вот такой вот стоит. Сколько лет уже и нет. Вот. Так. Вот. Пеляшки. Угу. Вон рыбки наши. Тоже поменялись сегодня. А тут сирень. Тут сирень. Бесподобная какая. Смотрите, какая у меня сирень. Вот. Вот красота какая. А пахнет. А тут белая начинает. Ну, она чуть-чуть попозже всегда. Всегда попозже. Вот, сейчас схожу. Вон, я думала, он здесь. Вот. Там белые у меня были. Возьму сейчас его, а сюда другое что-то возьму, куплю. Так что, так или сюда, дружок, пойдем пересаживаться. Вот, видите какой. Смотрите, какая у нас красота получилась. Это называется, самосадик я садила, да. Они же будут поливать. Они же будут поливать, правильно. Кстати, Пауль закажет, скажет продление, 20 евро будет сюда стоить. Сюда тянуть не буду. Нет, он туда. Я, это я знаю. Да, да. Да. Протянь. Ну, покажи мою лопатку. А, лопатка у нее розовая есть. Не у нее, а у меня. Расскажи анекдотик. Ну, они все люди знают, конечно. Да, говорит, доча, всех бить надо лопаты. Папа, я ж девочка. Вот хорошо, возьми розовую лопатку. Вот у меня, видите? Ну, я нет, я мирная. У нас маленькая, но розовая. Да, и мы пока мы мирные. Принимай работу, все. Молодец, хорошо, я довольна. Умница. Наконец, слава богу. Ну, а если я довольна... То значит, все довольны. Да. И все счастливы. И все счастливы. Молодец, родной. Это девиз нашей семьи. Да, кому не нравится, как мама готовит. Да, вон и сразу. Пойдем, ладно, нам заниматься на работу. Завтра начинается рабочая новая неделя. Так что все, да. Надо потихоньку собираться. Ой, ну как, конечно, с этими... как мне жалко. Посмотрите. Вон как плешивые. Они, да, и они все сопливые. Ой, тень, мы на тени. Сейчас я уйду. Вот здесь, конечно... А там вообще заднюю сторону...
Все. Я не знаю. За два дня. Ну, сегодня вторые сутки пошли. Посмотрите, что творится. Снова взял, опрыскал. А я говорила. Но смотришь, они... вытаскиваешь, как говорится. Они как чумовые какие-то. Ага. Под кайфом хорошие. Под кайфом или как и... Я не знаю, яд, да? На листочках остается то, что нажирает. Ну, посмотрим. Очень жалко. Ты... Такой куст очень дорогой. Показывала? Да, да, я показывала. Че она? Ты ее скинул? Не знаю. Ну, когда я посмотрю, я... О, Господи. Она прямо тут в краю сидела. А, нет, вот она. Ну-ка, дай ко мне. Вот она. Ага, нет, она живая. Она живая, но я не... Нет, ты не... Вон она. Гадость какая. Вон, видите, какая мерзость у нас. Она живая. Они могут изнутри сейчас вылазить. А, да, мы ее, кстати, внутри тоже натюваем. Фу, да. Это живая, она шустрая. Ой, не знаю, ребята. Ну, мы сделали все, что могли. Выше головы не прыгнешь. Ты показывала, что здесь? Да, да, да. Я показывала. Это настроение вообще. Посмотрите, это что. Это ужас. Ниже стенки. Ага. Возникло, я показывала. Это вторые сутки сегодня, ребята. Меня Олежа еще спрашивал. Любаш, может, ты когда ездила, не видела его? Как такое можно не увидеть? Конечно. Какой кустяра у нас. Да, ему сколько лет уже. Мы дом купили, покупали с ним. Да, он был в два раза меньше. Да, а сейчас он вообще сам по себе дорогой. А сейчас, во-первых, ты такой, как ты купишь-то, и какие-то деньги будут стоить, и как ты посадишь. А у соседа вот этот куст, ну как бы да, маленький, он высадил года 4-5 назад, да. Они у него полметра высотой, и он как маленький заборчик сделал. Ай, и у да. него сейчас уже 3-4 проплешины тоже. Тоже, в общем, какая-то зараза какая-то нам привезла. Нам в гости прилетела какая-то бабочка. Да. Так, я пошел. Да, мы пошли. Ну, ребята, вот на этой красоте мы с вами будем прощаться. До следующего видео. Всем до свидания. Всем до свидания. Да, до новых встреч. Пока-пока.